Дорогие братья и сестры, меня зовут Дмитрий, и я хотел бы перед тем, как мы будем слышать Слово Божие, прочитать и Слово Божьего. Один текст, который сегодня был у меня на памяти с самого утра, он записан в Деяниях апостолов, в 1 главе 8 стих. Когда-то Христос произнес эти слова, и это были его последними словами, которые он говорил, будучи здесь на земле, или одними из последних слов. И он сказал такие слова: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Дорогие братья и сестры, город, в котором я живу, в котором живет моя семья, это город Минск, и я являюсь одним из пасторов Церкви Свет Истины. И я знаю, что вы поддерживаете нашу церковь, поддерживаете в миссионерской работе, в открытии новых церквей. Я хотел бы сразу же сказать вам большое спасибо за ваше свидетельство, за вашу поддержку и за ваше служение, в котором вы находитесь. Большое вам спасибо. И на самом деле Иерусалим находится на одной широте с городом Минском. У нас одно и то же время, как в Иерусалиме. А между нами и вами 11 часов, друзья. Для Слова Божьего это уже край земли, похоже, да? И смотрите, Бог вас уже сюда прислал, чтобы вы были здесь свидетелями на краю этой земли, на краю американской земли, на краю, это западное побережье, да. Друзья, сегодня я хотел бы читать Слово Божие из Евангелия от Матфея с 11 главы, с 16 по 30 текст. И тема, о которой говорить буду сегодня, это опасность отвержения Христа и Его Евангелия. Мы с вами все знаем о том, что Бог дал великое поручение Церкви Своей, своим ученикам. Идти до края земли, проповедовать Евангелие, делать учеников. Не так ли? Знаем это, да? И я сегодня эту проповедь больше хотел бы построить как проповедь свидетельства. Рассказать, поделиться, может быть, вот теми переживаниями, которые есть на сердце, и рассказать чуть-чуть о себе. Мне 43 года, скоро будет 44. Примерно в возрасте 17,5 лет мне в руки попала вот эта книга, которую вы все знаете прекрасно, Библия. И на протяжении полтора-два года я просто читал Библию. И за полтора года я прочитал Библию от первой книги до последней. Это было время, когда рухнул Советский Союз, когда в обществе было много ожиданий, неизвестности, что нас ждет в будущем. Вы помните, если вы были в это время в Советском Союзе, что очень плохо заботились о людях, о бюджетниках, людям не было чего кушать. Но я вырос достаточно в нормальной обстановке, у меня были достаточно обеспеченные родители, оба коммунисты. Отец был председателем колхоза, мы жили в частном доме, и у нас было свое хозяйство какое-то там подсобное, мы никогда не голодали. Хотя, когда я слушаю свою жену, я удивляюсь, что действительно было время, когда не было даже вот каждый день, чтобы был батон с маслом, самого простого. И те, кто, вот я вижу, махаете головами, вы знаете это время, помните это время. Вот. И в возрасте 19 лет, через чтение Библии, через Слово Божие, я покаялся, уверовал в Иисуса Христа. Я стал Божьим свидетелем, Божьим учеником. Следующие 11 лет я жил в очень хорошей среде, в среде верующих. Я общался в церкви с верующими, мои родители к этому времени, моя семья стали верующими. И на протяжении 11 лет я пытался получать какое-то духовное образование, закончил Минскую богословскую семинарию, был в числе первых студентов Минской богословской семинарии. Потом, через некоторое время, я уехал учиться сюда, в Америку, в Штаты, на Средний Запад, Мидвест, и закончил Мидвестернскую баптистскую богословскую семинарию с степенью магистр богословия, Masters of Divinity. И знаете, вот эти 11 лет, это было замечательное время. Я был в христианской среде. Я был среди христиан, все просто было прекрасно.
И я помню, когда пастор нашей церкви говорил, что мы должны быть среди неверующих людей. Пастор церкви Дмитрий Алексеевич Лазута, который тоже вам передает большой привет, и он просил меня всем передавать привет, где мы будем находиться. И он нам говорил, что мы должны быть свидетелями, мы должны проповедовать, мы должны общаться. А мое ближайшее окружение – это все были верующие люди. И произошло какое-то событие в моей жизни, что следующие 11 лет я провел среди неверующих людей вообще. А я попал в коллектив, где не было ни одного евангельского верующего, все были православными либо католиками. И знаете еще, как получилось, я сейчас удивляюсь, да, что даже владелец компании, он был и директор компании потом, они были вообще с другой культуры. Они по происхождению были палестинцы, и по религии своей они были мусульманами. И вот 11 следующих лет я общался в этой среде. Через какое-то короткое время я стал начальником отдела, и я стал ответственным за тех людей, за неверующих людей, с которыми я работал. И у меня была всегда проблема, как вот человеку быть действительно на какой-то позиции, на мирской работе, и как можно свидетельствовать этим людям, которых ты как бы должен заставлять работать. Как можно их обращать в веру в Иисуса Христа? Как быть действительно по-настоящему солью и светом для этих людей? Друзья, много рассказал о себе, хотелось бы, чтобы мы Слово Божие прочитали. Итак, мы сегодня говорим об опасности отвержения Христа и Его Евангелия. Я хотел бы поделиться тремя важными мыслями. Мы будем говорить о том, возможно ли человеку и как человеку, верующему, христианину, обратить неверующего, стать христианином. Я думаю, что Христос показывает, как нам это сделать. И прошу вместе со мной открыть Евангелие от Матфея, 11 главу. И многое из того, что я буду читать сегодня, это для вас известные тексты, о которых вы много думали, читали, слышали. И давайте еще раз вспомним. Вспомним эти мысли, эти идеи, о которых здесь говорит нам Господь. Христос обращается к своим ученикам из 15 текста и говорит, кто имеет уши, слышит, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он говорит о тех своих соотечественниках, которые были вместе с ним, которые слышали Евангелие, которые видели великие дела Божьи, которые Бог совершал через своего Сына нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И вот он говорит об этом роде, роде, среди которого он служил, среди которого он находился, и среди которого, вероятно, мы с вами тоже сегодня находимся. Этот сей род, он продолжает здесь быть. Но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами его. Тогда он начал укорять города, в которых наиболее явлена была сила его за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Да, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим. И никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Друзья, сегодня мы говорим об Евангелии, о проповеди Евангелия, о проповеди Христа. И как это делать? Как это сделать вот таким образом, чтобы действительно люди через нас приходили к Богу, к Иисусу Христу? И знаете, первый урок, который я для себя вынес, вот смотрите, 11 лет я был в христианской среде.
получил два духовных образования. Я попадаю в среду неверующих людей. Я начинаю с ними общаться. Начинаю общаться с этими людьми. И знаете, я их был на несколько голов выше интеллектуально и образованно подготовлен в плане образования. И со всеми своими аргументами, со всей своей апологетикой, я понял, что я ничего не могу сделать с ними. Да, действительно, я могу быть солью и светом. И знаете, в коллективе, в котором я работал, были инженеры, простые ребята, сервисники. И знаете, когда у инженера молоток попадает на пальцы, когда они сервисом занимаются, да, у механика попадает молотком по пальцу, что происходит? У них так всегда было. Если им звонил человек какой-то, у которого была проблема, то они с нормального человеческого языка переходили на ненормативную лексику, и проблема решалась быстрее, оказывается. И это было постоянно. На это никто не обращал внимания. И знаете, я с ними немножко пытался вот посолить их чуть-чуть, да, и посветить на них, как христианин. И я решил им, вот они еще курили, да, там все ребята курили. Я говорю: ребята, давайте поспорим, что вы не бросите курить. Я говорю: я готов дать $100 тому человеку, который в течение года вот бросит и не будет курить, не закурит. И знаете, трое из них бросили, трое из них, и один из них не вернулся назад. Я проспорил. А потом, помню, используя, может быть, несколько такое коварство, да, что, может быть, не должен был делать, я им предложил другой спор. Говорю: а давайте попробуем то же самое сделаем, что вы перестанете ругаться матом. Сможете ли вы своим усилием, своими силами перестать ругаться матом? Они завели доску. Такая, знаете, белая доска, маркерами разрисовали ее, подписали свои фамилии и стали следить друг за другом. Стали контролировать, кто сколько раз в день ругнулся матом. И не было ни одной недели, чтобы хотя бы один из них два или три раза в день не ругнулся матом. И они проспорили этот спор. Никто не смог это сделать. Потому что это духовная сфера. Потому что сердце, я знаю, что происходит в сердце человеческом. Когда я был подростком, когда я был таким же молодым человеком, я помню, какая была моя лексика. Но я помню, что сделал мне Господь, когда Он просветил мое сердце, когда с сердца спал вот этот огромный камень, та пропасть, которая была, черная дыра, как я говорю, сам о себе, когда Бог заполнил эту черную дыру, когда Он удалил эту черную дыру, когда в сердце пришел мир Божий, когда сердце наполнилось радостью. И Христос смотрит на свой род, на этот род сей, и Он показывает нам какое-то подобие. Первая мысль, которую я для себя понял, что убедить человека принять Евангелие невозможно. Невозможно. И верить в Евангелие, и принимать Евангелие – это добровольный выбор человека, на который, похоже, мы вот никакой логикой, никакими убеждениями повлиять не можем. Никакой образованностью, никакой апологетикой, никакими словами. Повлиять, похоже, невозможно. Да, можно как-то закрасить этот гроб, да, сделать его красивым, замазать его. Но все равно из сердца вы ничего не можете сделать с сердцем. Они контролировали себя, мои ребята, но ничего не смогли сделать с тем сердцем, из которого выходили эти все злые помыслы. И Христос показывает этот пример. Показывает пример, что действительно принятие Его или отвержение Его – это добровольный выбор человека. Он сравнивает род сей с детьми. Две группы детей, да? Есть две группы детей, они играют друг с другом, и они делают две вещи. Вначале что они делают? Они говорят: мы играли вам на свирели. И какая реакция другой группы детей? Одна группа играет для другой. Реакция какая? Никакой реакции. Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Они выбирают не плясать. Это их добровольный выбор. Они не пляшут, сколько бы вы им не играли на свирели. Второе, что они делают. Мы пели вам печальные песни. И что? Какая реакция этих другой группы детей? Никакой реакции нету. Они не пляшут. Они не плачут. Они добровольно выбирают не плакать. Это их добровольный выбор. И знаете, что я подумал, друзья? Этот текст, который мы с вами читаем, это время, когда в служении Христа началось открытое отвержение Его служения. Отвержение Его как личности. Отвержение Его как Божьего подарка этому миру, этому человечеству. Когда Он начал говорить о себе, что Он Божий Сын, Он Спаситель, Он Мессия,
была определенная группа людей. Фарисеи в основном, да? Знатные люди, богатые люди, известные люди, уважаемые люди, которые принимают добровольное решение в своем сердце не принимать Спасителя Господа Иисуса Христа. Я смотрю на Христа, смотрю на Его служение. И знаете, что я вижу? Вот что делал Христос? Давайте мы вспомним, что Он делал. Он делал все, что можно было сделать. Мертвых воскрешал? Христос. Помните, Лазарь? Смердит уже. Люди смеются. Ну что, ну умер, все. А он говорит, нет, он спит. Христос говорит, выходи, иди, иди, Лазарь. Мертвый слышит голос Христа и выходит. Бесы повинуются. Друзья, где такая сила, чтобы бесы повиновались? Причем, когда Христос говорил, ни одного случая не было, чтобы не получилось у них изгнать беса. Болезнь, любую болезнь, какая бы ни была страшная болезнь, что бы вы могли не придумать? Сегодня много, я знаю, болезней есть в мире, да? Рак, серьезно онкологический, еще какие-то болезни. Мы молимся в церкви, у нас есть такие тоже люди. Много онкологии сегодня пришло в Беларусь. И вы знаете, вы приходите вот к такому состоянию, что ты понимаешь, что ты сделать ничего не можешь. Доктора говорят, у тебя осталось 3 недели. Вот нашему брату одному поставили диагноз. От 4 до 6 месяцев, потому что у тебя самое... ужасная форма рака головного мозга. И ты понимаешь, что ты ничего сделать не можешь с этим. Ничего. Для Христа это не было невозможно. Любая болезнь. Помните человека, который сидел, слепой от рождения? И фарисеи видели, все видели, он милостыню просил. Все знали его. И помните, что сделал Христос? Исцелил его. А фарисеи родителей зовут. Ну-ка, засвидетельствуйте, ваш сын это или не ваш сын? Фарисеи, помните, что говорят родители? Боятся фарисеев, боятся, что общество отвергнет. Они говорят, он в совершенных летах, его сами спросите. Помните, что он отвечает, этот человек, которого исцелил Христос? Он говорит, я не знаю, я не богослов. Не знаю, кто он, пророк он, Божий сын, Мессия, царь Израиля, не знаю. Но я знаю, что вот я был больной, я не видел, я был слепой, а теперь я вижу, я слышу, я здоровый. И знаете, Христос сделал все, что можно было сделать. Он показал свою силу во всех направлениях. Он исцелял больных, он изгонял бесов, он показал свою силу и власть над природой, что никто из людей не мог никогда сделать так, чтобы сказать ветру и прекращался ветер, успокаивалась буря. Никто из людей этого не мог делать. И смотрите, все, что можно было сделать, он сделал. А человек в своем сердце добровольно принимает решение не верить. И смотрите, как они говорят. Пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Христос, Сын Человеческий. Что он делает, Христос? И ест, и пьет. А какая реакция этих людей? Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И что можно сделать в этой ситуации, друзья? Что Христос мог сделать с фарисеями? Если Богом заложена добровольная, свободная воля в этого человека, если он избирает добровольно отвергать Евангелие Иисуса Христа. Если Христос не мог ничего сделать, друзья, никакими чудесами, никакой логикой, никакой мудростью. А Христос, знаете, как учил? Не так, как мы учим. А он учил, как, не так, как книжники фарисеи, да? А как он учил? Как власть имеющий он учил. Он показывал не просто, что его слова, а его слова подкреплялись делами на все 100%. И он ничего не мог с этими людьми сделать. Похоже, что и мы с вами ничего не способны сделать с теми людьми, которые добровольно выбирают не верить в Иисуса Христа, не верить в Его Евангелие, которые добровольно выбирают противиться Богу, выбирают верить в то, что мы считаем безумием и глупостью. Что же нам делать, друзья? Мы можем, что мы можем сделать? Я помню, что в то время, когда я был еще не христианином, я приходить начал в церковь. И вот та церковь, вот постсоветская или постсоциалистическая церковь, да, посткоммунистическое время, тогда были простые проповедники, необразованные, но они очень много говорили в церкви о грядущем суде Божьем и о том, что Бог грядет судить вселенную. И вот эта мысль, она постоянно сверлила мой мозг, что Христос может прийти в любой момент, а я не готов.
А я не покаялся, а я не с Богом. Мои грехи еще не прощены. И мы должны предупредить людей. Как предупреждал когда-то Господь наш Иисус Христос. Мы с вами читали, тогда Он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила Его, за то, что они не покаялись. И вот Он упоминает три этих города, да? И если вы сегодня поедете в Израиль и поедете в эту местность, там, где были эти города, это Харазин, Вифсаида, Капернаум, да, помните эти города? Вы не найдете ни одного из этих городов, потому что их больше не существует, этих городов. Кто был в Израиле, может быть, вы были на окрестности моря вот этого, да, Галилейского моря, озера Тивериада, и вы видели, как попытка восстановления Капернаума, даже нашли развалины синагоги, поставили там столбы, какие-то скамейки откопали. Это считается та синагога, где Христос проповедовал Евангелие. Но сегодня не существует этих городов, которые укоряет наш Господь Иисус Христос. Точно так же, как сегодня не существует Тира, Сидона, и точно так же, как не существует сегодня Содома, этих древних городов. Что случилось с этими городами? Вы знаете, что с ними случилось? Они были разрушены. Я думаю, что у нас сегодня нет времени вспоминать конкретно о каждом городе, да, что с ними случилось. Но Тир и Сидон, да, эти два приморских города, они были разрушены в два этапа в отношении Тира. Да. Интересная история Тира. Это был город, который часть города был на материке, а часть была разделена проливом. Примерно где-то 700-800 метров между было островной частью и основной материковой. И Бог в пророческом слове через пророка Иезекииля говорит о том, что этот город был разрушен. И начало исполнения пророчества, оно датируется 573 годом до нашей эры. Вавилонский царь Навуходоносор II, он попытался разрушить этот город. Но он смог разрушить только материковую часть, потому что вот эта островная часть, она была очень сильно укреплена, а тиряне и сидоняне, они были хорошими мореплавателями, да? Помните эту историю, да, когда даже царь Соломон их услугами пользовался для торговли своей морской. И Навуходоносор ничего не смог сделать. Но прошло еще примерно где-то 250 лет, 240 лет, и появился такой человек по имени Александр Македонский, который со своим войском подошел к этому городу Тиру. Его не смущал этот пролив. Он приказал своим воинам взять все, что они могут, весь материал, который был доступен, и бросить в море. И таким образом они насыпали дамбу, и в течение 7 месяцев они сделали осаду и победили этот город. Этого города не существует. На этом городе, как было пророчество, сегодня только ветер, да, только рыбаки расстилают свои сети, сушат. Что случилось с Тивериадой и с Харазином? Примерно то же самое случилось, но разрушены они были землетрясениями. Сегодня этих городов также не существует. Но о чем говорит Христос, сравнивая эти два типа городов? Да? Древние города, Тир, Сидон и Содом, и сравнивает с теми современными городами, в которых было Его служение, в которых было очень много явлено силы Господа Иисуса Христа. Одна мысль, дорогие братья и сестры. Он говорит, отраднее будет Содомской земле, Тиру и Сидону в день суда, нежели Вифсаиде, которого нету, Капернаума, которого сегодня тоже нету, и Харазина, которого нету. В 440 году землетрясением они были все разрушены, эти города. Но будет день суда, друзья. И мы должны сказать людям, которые вокруг нас, с теми, с кем мы работаем, с кем мы общаемся, что это время закончится. Придет время Божьего суда. И если ты сегодня покаешься, тебе будет хорошо. Если ты сегодня уверуешь в Евангелие Господа Иисуса Христа, примешь его, тебе будет хорошо. А если ты услышишь и не примешь, то Тиру и Сидону и земле Содомской будет лучше, отраднее, чем тебе, слышащему Евангелие, слышащему Слово и не принявшему. Я хотел бы особое внимание сделать на последних стихах 11 главы. В этих стихах показывает Христос наш метод, которым мы должны
свидетельствовать Господа Иисуса Христа, да, и показывает нам великую тайну, которая доступна простым людям, друзья. Это тайна, которая доступна, оказалась недоступной для фарисеев, книжников и элиты того времени, среди которого находился наш Господь. И вот Христос говорит, продолжая речь, написано, Он сказал: «Славлю Тебя, Отче», как бы молитва Иисуса Христа к Богу, к Отцу Небесному. Он говорит: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это». Что Он утаил? Евангелие Царствия Он утаил. Отец Небесный утаил Евангелие Царствия, спасение в Господе Иисусе Христе, прощение грехов, в котором нуждается каждый человек. 100% людей, живущих на земле, сегодня нуждаются в прощении грехов. Посмотрите на наш окружающий мир. Куда мы движемся? Куда мы идем? Вы знаете, в моей семье, в ближайшей семье, трагедия случилась. Старший сын моего брата сейчас, знаете, где находится? Он живет в Калифорнии, мой брат, его семья. А он находится в специальном реабилитационном центре. Ребенку 17 лет. Он попал под влияние банд и наркотиков. И он там будет год. Вот его ребенка, вот здесь вот на ноге браслет, GPS-трекером, чтобы он оттуда не сбежал. Вы знаете, что происходит в вашей местности, в вашей обстановке? Вот там, где вы живете. Можете вы гарантировать безопасность ваших детей и вашу собственную безопасность? Можете или нет? Как быть уверенным? Один ответ, друзья. Веруй в Господа Иисуса Христа. Спасешься ты и весь дом твой. Принять Иисуса Христа верою в сердце свое, в свой дом принять. Построить свою жизнь на Евангелии. Построить свою жизнь на заповедях Божьих. Показать пример для своих детей своей христианской жизнью. Вы знаете, как много лицемерия сегодня есть в некоторых церквах. И когда ты попадаешь в такую церковь, ты видишь эту церковь. Лицемерная церковь. Пафосная, надменная. В церкви одни, а на работе другие. В доме другие, в семье другие. С соседями другие. Когда-то Христос фарисеев обвинял за это. И смотрите, что Христос говорит. Он славит своего небесного Отца, Господа неба и земли, что Он утаил Евангелие от мудрых и разумных и открывает младенцам, то есть в данном случае нам с вами. И Он говорит, что это была Божья воля. Божья воля утаить Евангелие от мудрых. Мы с вами недавно вспоминали о Рождестве Иисуса Христа. И во многих церквах делают вот эти ясли, да, показывают, что царь мира положенный в ясли в простые, не в царском дворце, да? И Бог показывает, что это было благоволение, благое воля открыть Евангелие младенцам, открыть Господа Спасителя Иисуса Христа младенцам. И 27 стих, он просто поражает мое воображение. Я его как-то пропускал раньше. Посмотрите вместе со мной, 27 текст. «Все предано мне Отцом моим». Это Христос говорит свидетельство свое о своем небесном Отце, который все предал в его руки. Мы знаем о Христе, что Он не просто Божий Сын, но Он Творец Вселенной. И не просто Творец Вселенной, но Он тот, которым эта Вселенная движется, живет и существует, благодаря кому эта Вселенная, этот мир еще поддерживается. И Христос говорит, что все предано Ему. И дальше смотрите, что происходит. Никто не знает Сына, то есть Он говорит о самом себе. Никто не знает Сына, Он говорит о самом себе. Кроме кого? Отца, да? А потом удивительный текст. И никто не знает Отца, Небесного Отца, никто не знает. Никто, нету здесь, в нашем мире, никого, кто знает Небесного Отца, да, как Он говорит, кроме Сына и кому Сын хочет открыть. Кому Он открывает Небесного Отца, друзья? Кому Он открывает Небесного Отца? Христос, кому сегодня открывает Небесного Отца? Младенцам, нам с вами, братья и сестры. Сегодня Христос нам открывает Небесного Отца. А каким образом, я хочу задать вопрос? Каким образом сегодня Христос открывает нам Небесного Отца?
Мы верим в Писание, да. Но написано в Слове Божьем, есть духовный мир, бесы веруют и трепещут. Я хочу поговорить о нашей с вами вере. Как мы верим в Отца Небесного? Если веры содействуют и трепещут. Как мы верим? Какая наша вера? Я хочу сегодня говорить о свидетельстве нашим, братья и сестры. Друзья, наше свидетельство может быть сильным, наполненным, а может быть свидетельство, как соль, потерявшая силу, которая никому не нужна. Только выбросить ее на помойку, на попрание людям. Наше с вами свидетельство. Наше с вами свидетельство. И для того, чтобы посмотреть, правильно наше свидетельство или неправильно наше свидетельство, одна из глава, очень такая яркая в Библии, которая покажет 100%, правильно ваше свидетельство или неправильно. Это 5 глава Евангелия от Матфея. Знаете, это начало Нагорной проповеди. Откройте Нагорную проповедь дома. Некоторые мысли вам напомню. Что говорит Христос делать церкви верующим против тех людей, которые вас обижают? Говорит, подставить щеку, да? Почитайте внимательно, посмотрите. Молитесь за обижающих, благотворите ненавидящим, благословляйте проклинающих. И знаете, что Христос дальше говорит? Вот 1-5 глава заканчивается такими словами на горной проповеди. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот в самом сердце на горной проповеди записан этот стих. Христос призывает нас быть совершенными, как совершен наш Отец Небесный, который посылает дождь свой, да, на праведных и неправедных, который солнцу своим светит, на злых и всех остальных, да. В самом сердце Нагорной проповеди сказано о совершенстве нашего Небесного Отца. Братья и сестры, я вас умоляю сегодня, призываю вас милосердием Божьим и как угодно вернуть ваше свидетельство самим себе. Вернуться назад к заповедям Иисуса Христа. Покажите Богу, что вы Его любите через то, что вы будете исполнять Его Слово и будете жить Его Словом. Иначе ваши дети окажутся, где оказался сын моего брата. Иначе ваша жизнь, ваша семья будет такая, как у некоторых, у многих сегодня. Когда мужья с женами разводятся в церкви. Когда уже церковные люди судятся, идут искать суда у неправедного, у неправедных судей. Почему происходит это в наших церквах, братья и сестры? Где та любовь, о которой Христос говорит? Где то желание совершенства, о котором Христос когда-то проповедовал? Итак, сегодня мы говорим с вами, дорогие братья и сестры, о опасности отвержения Христа и Его Евангелия. И я хотел бы напомнить нам эти три мысли, о которых я говорю сегодня. Первая мысль, мы услышали, да, то, что похоже, что невозможно повлиять на выбор людей. Похоже, что невозможно. Но у нас есть от Бога сила. Помните? Будете мне свидетелями тогда, когда на вас снизойдет сила от Бога. И что мы сегодня можем иметь, дорогие братья и сестры, дорогие друзья? Мы должны людям сказать, что действительно, если они не уверуют в мягкой форме, мы должны предупредить, что есть гиена огненная, есть место мучений, о которых Христос очень много говорил, и Он говорил о покаянии, и Он говорил о пути, как избежать этого места. Да? Эта мысль должна быть всегда у нас на памяти, что Бог посылает в ад всех людей, которые не принимают Евангелие, не принимают Иисуса Христа. Это очень четко должно быть. Наши родственники, если они верят в Иисуса Христа, они будут в аду. Наши соседи, если они верят в Иисуса Христа, не принимают Его Евангелие, будут в аду. Те коллеги по работе, с которыми мы работаем, они тоже там будут, мы должны об этом знать. Но, похоже, сделать мы ничего не можем. Убедить мы их не можем. Обратить мы их не можем. Заставить их верить мы не можем. Покаять мы их не можем. Но что же мы можем, друзья? А вот что мы можем. Мы можем показать им свой пример. И Христос говорит, придите ко мне. Он призывает нас с вами сегодня к самому себе. И смотрите, Он же не просто призывает нас к самому себе. А смотрите, что Он делает. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Это Его обетование. Вспомните ваше покаяние, когда вы покаялись. Что сделал Христос в этот момент?
Он наполняет нас своим присутствием, Духом Святым, и приходит действительно успокоение и уверенность. Он это делает для нас с вами. Он дальше говорит, смотрите, возьмите мое иго, хомут, да? Знаете, что такое иго? Это вот этот хомут, который на лошадь вешали, а потом лошадь тянула. И этот хомут постоянно мешал. И лошадь нормальная, она снимает этот хомут, пытается от него избавиться, чтобы, если не хочет работать, да? А вот он говорит, Христос говорит им, возьмите мое иго на себя, научитесь от меня. И он показывает характер нам свой. Какой характер Христа? Кроткий, смиренный сердцем. И второе, что он обещает нам. Вы найдете покой душам вашим. Это реальное обещание, которое Христос дает нам. Первое обещание, он обещает нам успокоить нас, а второе, дать покой нашим душам. И это наше свидетельство, братья и сестры. Это наша сила с вами. Расскажите другим людям, что сделал Христос для вас. Покажите на примере то, как вы исполняете заповедь Божию, заповедь Христа. То, что сказано в Нагорной проповеди. Будьте действительно солью и светом окружающему миру. Я сегодня, когда ехал сюда, разговаривал с папой моего друга Ильи Сельчукова. Павел Евгеньевич с нами сегодня. Мы говорили об этой теме. Что действительно, что я могу сделать, какое мое служение? Как я могу служить этому миру, в котором я нахожусь? Бог вас послал на край земли, вы представляете? Вы на краю земли уже находитесь. Западное побережье Вашингтона. И в Калифорнии есть западное побережье, да? И там есть верующие, там есть русские. Бог вас сюда прислал. С определенной целью, вероятно. А может, вы приехали без цели, но сегодня появилась вам цель. И пускай это будет вашей целью. Я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами помолились о нас с вами, о нашей церкви. Чтобы действительно сегодня поменялся наш фокус, наш вектор. Если вы озабочены проблемами, как там заплатить, может быть, какие-то кредиты, или новую машину купить, или новое жилье, или как построить, рассчитаться с долгами, или еще с чем-то. Друзья, пускай Христос заберет эти все ваши проблемы. Примите сегодня решение следовать полностью за Иисусом Христом. Полностью доверять все аспекты вашей жизни. Я побуждаю вас сегодня, братья и сестры, быть действительно Божьими свидетелями на этом месте, на котором вы находитесь. И никто не знает, сколько мы здесь будем, куда пошлет наш Господь завтра. Но пока мы здесь, давайте будем верить в Господа и Спасителя Иисуса Христа. Давайте в сердце нашем возьмем эту мысль, чтобы быть свидетелями Его на этом краю земли, на котором мы сегодня с вами находимся. И пускай Божья сила будет с нами, и пускай Господь поможет нам в этом. Я хотел бы предложить помолиться в церкви братьям и сестрам, и потом в заключение помолиться вместе с вами.